Ой-ой-ой. Да, можно легко загонять Рекса, я уже это понял. Просто заходишь к нему в задницу и начинаешь его лупить. Вот и все. Правильно говорят, Карна, они более мощные, чем эти Рексы гребные. Ну, из-за пинга я могу еще хоть что-то попробовать. Всем привет, ребята, вы на канале SkyTop Games, и у нас в эфире The Isle. Да, ребятки, многим из вас я обещал поиграть на людях, да и вообще был опрос на YouTube-канале, кого вы хотите видеть в следующей серии по гиперам. Вы все проголосовали, большинство проголосовало за людей, но немножко, ребятки, у меня не получилось, так что сразу не ругайтесь на меня, не кидайте тапками, тухлыми помидорами. Но сегодня мы поиграем на типе H Type, как он там правильно, блин, называется. Короче, мутированный ген Type H. Да, Рекс, гиперэндокринный Рекс. Текс, здорово, спины. Куда движемся? Че ты орешь? Я могу тоже крикнуть. Хочешь, я сейчас поору, что у тебя уши завянут? А, ты меня приветствуешь? Ну, здорово, 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 здорово. Да, все нормально. О, да тут сходка, слушай. Офигеть. Что тут происходит, я что-то не понял. Так, погоди. Две спины, здесь спина. Это чё? Это кто? Стой. Это Гигач? Ох ты ж, зараза, это Гига. Вот, кстати, многие говорят, посмотри, идет гиперкарна. Такими маленькими шажками. Говорят, что гиперкарна намного сильнее вот этого Рекса. Я согласен с вами, ребятки, я вам потом покажу один интереснейший забег в конце. Как мой сотоварищ, один знакомый, разметелил спокойно за несколько укусов вот этого Рекса. Чего тут орете? Чё за сходка на районе, блин? Семки есть у кого, слушай? Дайте семки. Ну, не орите так сильно-то. Тут уж никого не напугаешь. Так, ну, давайте пойдем, наверное... Ох, как сильно у меня тут лагает, просаживается и все прочее. Шибко не ругайтесь на меня. Так, короче, пока я файт не буду. Ну, хотя можно было устроить файт. Но пока нет, пока я, наверное, немножко похожу. Так, так вот о чем я. А, ну, то, что у меня не получилось поиграть на людях... Ну, короче, там проблемка небольшая с сайтом, вот. Но старичок Рекс вышел на охоту. Так. Ладно, давайте пройдемся, наверное, вдоль пляжа. Чё сидите-то, её морды? Чё сидите-то? Слушай, давай два на одного, или чё, один на два? Вышагивает он, вышагивает, и посмотри. Текс, подожди. Броня-то какая у тебя, а? Ты толстокожая морда. Ну, реально, вот как я и говорил в каком-то своем обзоре, китайцы, да, или японцы, кто они там. Вот все похожее, там, любые какие-нибудь игрушки динозавров или еще что-то, модельки, не знаю, других каких-то там роботов, они делают... Блин, похожими на Годзиллу. У них все сравнивается с Годзиллой. Вот этот панцирь на спине, он полностью слизан с Годзиллой, я отвечаю. Особенно посмотрите старые фильмы Годзиллы. Да. Так. Так, я совсем забыл, я хочу покричать, блин. Не так страшно. Ух ты, ё-моё, слюни подбери. Тупая морда, не смотри на меня так. А куда вообще путь держим? Куда путь держим? Короче, пойдем пока, наверное... О, подожди, стой. У нас тут кто-то яйца ставил. А, они тут, короче, гнездят. О, нифига себе. Кажется, по-моему, гипергиге не понравилось, что я зашел так близко к его гнездышку. Прикольно.
Ну, я только чутка подойду, если только понюхаю, ладно? Ты уж шибко-то не ругайся. Чё это такое здесь? Чё мы тут делаем-то? Так, а почему я не могу посмотреть в гнездо? Странно. Ладно, давай попробуем разметелиться вот с этим... гипер... гигой. Конечно, она намного сильнее, чем мой гипрекс. Ну да ладно. Ну да ладно, фиг с ним. Я не буду писать ему в чате и все прочее. Просто встану на карты и начну орать. Оу, фух, ты твою за ногу, мать, он меня пугает. Вызываем еще раз. Ну, блин, сейчас погоди. Давай напишем Go Fight. Давай. Я буду готов. Почему они такие тупоголовые здесь? Обязательно нужно написать, что я хочу драться. Почему вот я просто встал на карты, как в самых простых, на самых, на всех серверах русскоязычных, блин, The Isle, встал на карты, крикнул или... и все, и начинается файт, давай. Ну, как вы могли уже догадаться, да, короче, все тут, половина игроков просто, честно сказать, бздят пофайтиться. Вот, ну, я хочу файта, я хочу драться. Спиннер, сделайте мой день, пожалуйста. Вот, и, вот этого Рекса я просто хотел убить, честно сказать, да. Но он здесь тупо затупил, и поэтому я не стал его трогать. Ну, хотя бы показать вам какой-то файт в этой серии. Хоть они все неудачные. Файты. Да. Ну, давайте тогда вот этого пингового товарища мы просто отправим гнить в земле. Чтобы через сотни миллионов лет его останки откопали палеонтологи. Да, я просто хитрая задница. Никто не видит, никто не знает. Просто из-под тишка. Просто из-под тишка убиваем этого Рекса. Получай. О, по-моему, он зашевелил головой. Оу! Это было наказание. Это было наказание. Короче говоря, ребята, мы пытались убить самого админа. Он просто, короче, там гнездился, получается, как он мне написал. Вот, но ни бана, ничего мне не дали. Мне вернули моего гиперрекса, и все нормально. Я попросил прощения, типа такой, сори, он, да все нормально, чё, нормально, ходи дальше, играй дальше, чё, у меня сегодня хорошее настроение. У меня, конечно, особого настроения нету, потому что я не, блин, не подрался, я так и не пофайтился. Хотя, я не знаю, тут почему все такие трусливые здесь на этом сервере, боже. Я предлагал двум спиночам, потом Рексу, потом, блин, Карна. Это половина не было в записи. Хм, но когда я пытался еще, кстати, сделать забег на Карна, то типа мне пишут там в этом в чате, типа, слушай, отвали от Карна и не трожь его. Ну, может быть, вот этот чувак согласится со мной пофайтиться. Потеряем Рекса, значит, потеряем. Давай, дружище. Составь, сделай мой день, блин. Давай, жопа, я готов. Начинаем. Давай, давай, трусливая задница. Оу, ты посмотри-ка, наконец-то у меня нашелся напарник для файта. Ой-ой-ой. Да, можно легко загонять Рекса, я уже это понял.
Просто заходишь к нему в задницу и начинаешь его лупить. Вот и все. Правильно говорят, Карна, они более мощные, чем эти рексы гребные. Ну, из-за пинга я могу еще хоть что-то попробовать. Может быть, удастся? О-хо-хо, как пингует. Ой-ой-ой, что это такое, мать его? Ну давай, влупи ему, блин. Просто на сквозняк его прокусывай. О, детка, все, мне край. Сожри его нахер! Блять, сожри его! Прокуси! Да ты что ты, господи, чтоб тебя! Вот. Теперь я удостоверился, что карычи реально мощные, собака. Фух. Фух. Это было кайфово. Все, ребята, палец вверх, подписка на канал. До новых встреч. До новых кусик. Пока.